Вода снова течет. Быстрая и чистая. Чистая и быстрая. Смелости тебе не занимать. Смелости и мокрости. Надо рассказать Кволоку. Сегодня счастливый день для всех обитателей Топий. Да. Мы все-таки очистили воду. Я и не сомневался, что у нас получится. Теперь мы можем плавать, да? Но что интересно стало с... Ага, вот они все-таки. Все-таки они и есть здесь. Рыбы. И они пытаются нас кушать. Им, походу, все равно было в чем плавать. Что в отравленной воде, что в обычной. Абсолютно все равно. Хорошо. Допустим. Так, ну сейчас мы просто вернемся за тем, что осталось у нас позади. Ага. Я уже очень давно хотел забрать эту штучку, вы знаете. Это во-первых. А во-вторых, но мы теперь можем... Ага, ясно. Ай, зараза. Во-вторых, мы теперь можем попасть в целую кучу других закрытых зон, где у нас может быть очень много секретов. Но я думаю, мы сделаем это, наверное, чуть-чуть позже, потому что нам все еще чего-то... Может не... А, хотя подожди, у нас молот есть, мы можем разбивать теперь, по идее. Хотя мы еще ни разу не пробовали разбить ни одной... Ни одной действительно сильной стены. Вот, допустим, здесь. Здесь нужно ударить в пол. Но, может быть, молоток поможет, кстати говоря. Ну, короче, облазить вот это все имеет смысл. Снова. Может быть, даже сейчас. Пока мы здесь. А уже после идти к Кволоку. Нам нужно пойти к Кволоку, рассказать ему про то, что мы сделали. Это, во-первых. Потом нужно будет вернуться в город, отдать руду. Очистить ее от... Очистить ее от шипов. Посмотрим, к чему это приведет. Ага. Я не буду с ним сейчас сражаться, это не имеет смысла. И, в принципе, это все. Пока что это все. Нужно еще проверить слухи, о которых мы... О которых мы слышали, и все. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы осмотрим все-таки это место, пока мы здесь. Осмотрим его внимательней. Я думаю, что у нас должно быть все, в наличии, что позволит нам забраться куда угодно сейчас. Вот, допустим, так, у нас здесь мешочек с травами, да, но нам нужно найти кого-то, кому эти травы нужно дать. Хорошо, давай мы сейчас здесь немножко походим, поищем секреты, а уже потом отправимся дальше. Ага, кажется, вот... Здесь, да, что-то должно было быть. Кусочек фрагмента энергии, отлично. У нас уже довольно много здоровья и много магии, я вам так скажу. Так, что еще у нас здесь есть? В принципе, я не могу сказать, что мы здесь много оставили. Допустим, вот здесь вот место есть, которое надо посетить. И вроде бы как все, это то, что касается... А, вот еще здесь, это то, что касается внутренности мельницы. И еще снаружи несколько мест, и все. А дальше уже можно будет просто по пути рассматривать то, что мы сами упустили. Нам стоило бы идти сюда, к Грому. Поговорить с ним, помочь с постройкой деревни. Но я, честно говоря, предпочел бы сейчас... Хотя нам все равно туда возвращаться. Я думаю, что здесь будет тупик. Нам возвращаться надо будет вот по вот этому пути. Нам, чтобы исследовать это место, нам нужно будет именно целенаправленно сюда идти. Но здесь, знаете, здесь получается вообще в другую локацию ведет место. То есть, может быть, нам туда пока в принципе рано, может быть, не стоит спешить. Но пока идем вниз. Тут вроде бы недалеко. Тут вроде бы не очень далеко. И я, кстати, уже поставил себе этот молоток. О, да. Здесь же было раньше. Ого. Я себе уже поставил молоток на оружие. И оно вроде работает неплохо. Так, а ну погоди. Но мне пока не очень нравится. То, что...
Нас здесь встречают немножко... Ах, ты зараза, она здесь встречает довольно агрессивно. Что это вообще была за такая... Ага, свет не может пробить через этот, допустим. Я могу вообще этот улей разбить или нет? Не знаю. Не знаю. А если в обратную? Короче, ясно. Оно, в принципе, само по себе идет на время. Нам надо успеть сделать. Тогда я предлагаю сначала от всех здесь избавиться, а потом уже... Ау. Ага. Я не совсем понимаю, что это вообще было за такая... О, господи, что это было за такая... за такое существо? Оно вообще не похоже на все, что мы встречали до этого, честно говоря. Оно именно похоже больше всего на монстра. Куру, с которой мы воевали... С которой мы все время воевали, она была вообще другая. Она просто была... Она была таким же созданием, как и все. Но это я вообще не представляю. Такое впечатление, как будто бы здесь действительно... Так, у нас закончилась энергия. Такое впечатление, как будто бы здесь действительно есть что-то. Что реально... То, что может ответить на наш вопрос. Именно создание из чистейшей тьмы. Которая не переваряет свет даже в маленьких ее количествах. Угу. Слушай, мы, кажется, становимся сильнее. С каждым таким... С каждой найденной ячейкой здоровья или, допустим, с ячейкой маны, мы, кажется, становимся, в принципе, сильнее. То есть урон возрастает и все такое, но я не уверен. Потому что мы до этого с ними справлялись довольно проблематично. Yes! Так, где-то еще наверху должно быть. Скрыто от нас, да? Может быть, если я сделаю вот... Так, оно где-то прям совсем наверху. Ну, где-то вот здесь вот, в полу, я бы даже сказал. Ну, идем пока налево тогда. Кстати, в воде ничего не может быть сейчас. Спрятано от нас. Вот это вот, например, что это такое? Я все еще надеюсь получить ответы насчет того, кто делал эти механизмы. Кстати, сразу хочу прояснить, на всякий случай, к сожалению, если вы мне что-то писали к предыдущим сериям, я еще это не прочитал, потому что у меня все еще марафончик идет. Я почти сразу с небольшим перерывом продолжил играть. Поэтому простите. Пока я еще... Если вы мне уже рассказали какие-то моменты, я, к сожалению, их еще не смог учесть. Ага. Сколько у нас, кстати, всего? Осколков. ...814. Хорошо. Нам надо 3000 будет где-то достать. Так. Аккуратно. А, так подожди, это вода так плескала, ясно. Я-то все это время предполагал, что это было... Так, новый осколок духов, с которым враги будут получать урон, если будут бить по нам. Угу. Слушай, ну круто, это очень круто. Может быть, даже имеет смысл вместо этого взять? Мы наносим врагам 25% от полученного урона в ближнем бою от них. Ну прикольно, очень прикольно. Давай попробуем, почему бы и нет.
Я все это время думал, что это просто какая-то... какая-то субстанция. А это все это время была вот эта подпорченная вода чернильная. Ясно. Я уверен, что если бы я попал бы в эту струю, меня все равно бы смело бы. Если бы не убило бы, то смело бы, по крайней мере, на шипы. Так, ну хорошо, у нас остается забрать вот это. И вот это вот тут что-то было еще, оказывается. И вот тут еще надо посмотреть, что такое. И в принципе, внутри мельницы мы с вами закончим. Попробуем сходить этим путем. По идее, этот путь нас как раз должен привести и на верхушку, к испытанию на скорость. По идее, мы, наверное, будем с самой верхушки до самого низа спускаться с тем духом на перегонки. И потом еще доберемся, наконец, до еще одного... Опа! Еще доберемся до... еще до одного осколка из руды доберемся. Вот. И все, вроде бы, больше тут ничего нету. Но можно еще, допустим... Да, вот сюда нам надо еще будет зайти, тут есть... Тут что-то тоже могло бы быть. Но пока что наш путь лежит наверх. Угу. Мне вот это место очень интересно. Здесь слухка. А, вот тут, да, можно забраться. Ясно. Нам как раз, в принципе, не хватало возможности лазить. Так, это было очень опасно. Нам как раз и не хватало возможности лазать по... по вот этим фруктам. Да что такое? Я очень хочу забраться наверх. На само колесо. Конечно, там вряд ли что-то есть, но все-таки. А вдруг? Нет, ничего. Довольно жутко здесь. Самое отвратительное, что ощущается, что влияние этого существа, как будто бы оно все еще здесь. Дело в том, что тут, когда осматриваешь уже пройденные места, все еще ощущается, все еще есть вот эти метастазы от этого существа, как будто бы оно все еще может прорасти назад. Вот, отлично. Теперь осталось до этого места добраться. Оно находится... Да, вот тут оно. И все. И, ну, как все? Еще выиграть желательно бы. Желательно было бы. Так, с ним мы сможем притягиваться к врагам, ли используя... Стоп, это что-то вроде кнута, да? Допустим, вот так. К одному из врагу за прыжок. А зачем? Как это будет работать? Очень интересно. Не знаю, надо, надо попробовать, надо это испытать. Я не знаю, как это будет выглядеть, и самое главное, я не совсем понимаю, на кой черт там это нужно. Ох, я ощущаю, что сейчас... Ай! Что сейчас это будет с использованием всех вот этих способностей на скорость испытания. Это будет весело. Ну и награды я ожидаю. Весомую. Угу. Ой, серьезно, нас почти убили. Так, аккуратно. Ну давай, посоревнуемся. Так, пока все ясно. Что-то мне так и казалось, что у нас будет именно вот такой маршрут. И до самого верха, да? До бассейна. Да, конечно же. Ну давай. На старт. Внимание, марш. Поехали. А, они... Так, я перепутал его с собой. Они деактивировали ловушки. Очень интересно. Да что ж такое? Все, мы уже проиграли, походу.
Что ж за дух тут такой быстрый был? Ну ничего страшного, мы будем все равно быстрее. Ага. Я знаю, где мы сможем от него оторваться. Если мы уже оторвемся здесь... то это будет совсем замечательно. Но по факту мы сможем оторваться вот в этом месте. Ага. Идеально. Ха-ха-ха-ха. Просто идеально. Давай, давай, Ури. Yes! Он был неплох. Он был неплох. Фух, так, ну в принципе получается, что все. Здесь мы сделали абсолютно все. Может быть, я сейчас только еще проверю это место. Если там что-то есть, я вам покажу. Если нет, то мы пойдем с вами дальше. Вот сюда. Разведаем этот слух родника. Поехали. А, ну да, здесь же была ту же вода. А, сюда стекала проклятая вода. Давай, давай, давай. И здесь руда. Великолепно. Так, у нас уже 7 кусочков. Если мы по дороге, пока мы дойдем до деревни, если мы по дороге еще найдем что-то, ну, не считая вот этого кусочка, то мы, может быть, даже сможем восстановить гораздо больше. Я не знаю, ну, может быть, стоило бы, конечно, улучшать какие-то свои способности, но мне все-таки больше хочется деревню улучшать. Нам, кстати, еще надо вот это место проверить. Идем. Опа! Вот, видите? Еще есть какие-то отростки от этого существа. Здесь еще руда! Да! Боже, деревня будет процветать! Но это не все. Это еще не все, что здесь есть, по-моему. Угу. Ау! Что это было? Ну, я как бы видел, что это было, я просто не ожидал, что оно будет такое болючее. Ха-ха-ха-ха! Не, слушай, молоток реально классная штука. Она позволяет нам еще держаться в воздухе при всем при этом. Это какое-то необычное место, здесь что-то происходит. А, смотри, там краб ходит какой-то. Да. Так, это было больно. Это было больно. А, я могу цепляться за них тоже. За врагов. Получи. Тогда нам с ними даже сражаться толком не имеет смысла. Зачем? Ну, конечно, ради там каких-нибудь... Ого. Ради осколков, к примеру, имеет смысл сражаться там. Он что-то разрушил, да? Да, смотри. Глупец. Если бы он это не разрушил, я бы и не нашел, скорее всего, что мне подсказывает. Так, там что-то есть. Я! Ага. Вайори, вылазь! Я думаю, что у нас и так этих осколков будет очень много. Я думаю, что имеет смысл не то чтобы сражаться с этими существами, имеет смысл их просто избегать, использовать их для как трамплин, еще что-то в таком духе. Ого, ого! Давай. Так и поплыли. Даже не знаю, получится как-то? А, я знаю, туда можно будет пройти вы через это место, ясно? Окей, хорошо. И там что-то... Да, вижу, там что-то даже есть.
Мы по итогу попали вообще в другое место фактически. А ну погоди. Светлые озера. Это мы, получается, из родника вышли. Кстати, мы родник не до конца исследовали. Это очень странно. Это, наверное, к роднику относится еще вот это вот место. Ну да, скорее всего. Ну хорошо. Пускай будет так. Давай посмотрим, что нас ожидает в Светлых озерах тогда. Правда, мне кажется, что, чтобы чувствовать себя более-менее уверенно, нужно будет использовать... Ой, нужно будет еще... Ого! Ого, божечки! Обалдеть! Чтобы чувствовать себя уверенно, нужно будет еще использовать тройной прыжок здесь. Тогда мы точно везде сможем залезть, я так думаю. Боже, какой же, но все-таки красивый. Знаете, это единственная игра, где я реально восхищаюсь тому, как использован на 3D. Я просто в платформерах не люблю 3D. Допустим, боже, что мне привести такое в пример? Ну, даже та же Castlevania, Mirror of the Fate, к примеру. Она была сделана в 3D-шном варианте, мне не сильно это доставляло, и Bloodstain, недавно вышедшая, тоже в таком же стиле сделана. Мне не очень нравится, но сами игры прикольные, конечно, но визуал не очень. Но вот Ori, она тоже сделана... Воу-воу-воу-воу-воу. Она сделана так, я понял, нужно уплывать, причем куда-то побыстрее. Она сделана в 3D, но при этом сделана настолько классно, что я просто в восторге. Ить. Чтобы лишний раз нет, вот. Не кусайся. Так, стоп, я же, может быть, могу вот так сделать? Мы сейчас утонем. Нет. Надо было просто воздушный мешок открыть с той стороны. Давай. Можно было бы... Можно было бы поступить крайне жестоко и уничтожить рыбой, короче, барьер. Барьер. Давай, иди сюда. Да елки-палки. Ну? Я разрушил? Я разрушил. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Дышать надо. Как так? Быстрее, Ори! Нет! Нет! А, тут уже разрушено. Великолепно. Я тебя сейчас покусаюсь. Мне это очень сильно напоминает Heart of Darkness. Тоже миссия с вот такими подводами. С вот такими вот подводными штукенцами. Особенно вот эта, которая пытается вас съесть. Она очень сильно напоминает ту штуку, которая вас просто нещадно разжевывала. Стоило ей только попасть в рот. Замечательно. Сколько еще таких миров существует, которые могут вот просто гнить? Пока туда не придет какой-нибудь маленький дух и не вдохнет в него новую жизнь. Ага. Это, конечно, все очень хорошо, но что-то мне подсказывает, что это ничего нам не дало в данном случае, потому что у нас просто нету прыжка, чтобы залезть выше. Хотя... Можно сделать вот так. Угу. Не знаю, правильно ли мы поступаем, что мы сейчас таким образом ломимся вперед, но как бы пока разрешает, почему бы и не пойти. Еще немножко, и мы сможем купить тройной кружок, к слову. Так, а вот теперь надо разобраться, получится ли. Не получится. Тройной прыжок, ясно. Так, а что здесь было? А, здесь, кстати. Я даже не знаю, сможем ли мы, допустим, как-то...
Я... Ау! Не сможем. Вообще никак, похоже. Может быть, рыбу можно было бы использовать, кстати говоря. Так, вдохнули и... Я! Это могло сработать. Это могло сработать, черт возьми. Увы и ах, никак пока нельзя ту рыбу использовать, чтобы туда пролезть, к сожалению. Ну ничего, ау. Ну ничего страшного. Я просто предполагаю, что нам еще что-то нужно будет, чтобы... чтобы, возможно, как-то сопротивляться этому потоку. Я даже не знаю. Опа. А вот это самое испытание, о котором шла речь. Так, там что-то еще есть. Погоди секундочку. Сразу все сейчас исследуем. Если получится, конечно. Ить. Ага. Не помешает. Так, а теперь давай испытание. Чем ты нас удивишь сегодня? Краб? А, подожди, так получается, что я к ним могу... Мне кажется, что я к ней могу притягиваться именно благодаря вот этой нашей способности. А ну подожди, давай мы ее просто уберем. Если это так... Да, это именно из-за нее. Слушай, ну тогда ее... Тихо. Вот зараза. Тогда эту способность надо будет использовать почаще, раз мы благодаря ней можем эффективнее сражаться. Тихо. Ау! Да ты посмотри. Я просто решил действовать аккуратнее, и в итоге сейчас поплачусь за эту свою аккуратность. Креветка гребаная. Ну хороша. Давай, Ури. Покажем, что мы не пальцем деланы. Угу. Зараза, больно. А, вот почему так больно. Оно... Так больно, потому что оно просто взрывается, когда валится на пол. Ясно. Так, ну мы стали сильны. Сомнений нет. И, кстати говоря, когда мы притягиваемся к врагу, обратите внимание, что мы притягиваемся к нему именно на... Расстояние удара. Очень удобно. Так, это что-то другое? А, это неугомонный прям. Ух, это было опасно. Ау! Так, угомонись. Нет. Все, утихомирился. Это было не очень легко, но очень круто. Так, одновременно использовать больше осколков. Отлично.
Я даже не знаю, что было бы... А что это, кстати, такое было? А, звук жизни, получаем с другого больше сфер. Ну, такое. Получаем урона меньше, либо же наносим врагам... А, идет ответка, да, шипы, то бишь. Ну, фиг его знает. Давай лучше вот это использовать. Хотя, как показывает практика, по полом рыцарю, к примеру, я больше всего использовал вот подобные колючки. Когда нас били, помните, из нас шипы вылетали. Ой, одна из моих любимых магий была в тот момент. Попробуем ее. И я не знаю почему, но почему-то по итогу у нас все равно родник не на 100% исследован. Я не понимаю, почему. Возможно, где-то какой-то закуток мы не нашли. Меня это прям нервирует, надо будет потом сюда вернуться. Хорошо, пока идем по вот этой вот стороне. Так и вернемся. Так и вернемся домой. А, подожди, мы можем... Нет, мы так не вернемся, здесь же спал медведь. И у нас при этом нет ничего такого, чем мы бы могли его посчитать. Мы нашли зернышко. А, у нас есть травка, кстати говоря, но ее надо кому-то передать. Да. У нас есть трава в мешочке, ее надо кому-то передать будет найти. Точно. Хорошо, давай тогда вот туда, налево сходим. Начнем изучение локаций, начиная от мельницы. Хочу посмотреть на эту мельницу со стороны, вот вернуться сюда, к... Отсюда, где нас... вот тот мудрец ждал. Все время забываю, как его зовут. И посмотреть со стороны на этот... на эту мельницу. Отлично. 9. Если еще один осколочек где-то найти, то может быть даже... То может быть даже... Может быть даже мы смогли бы несколько улучшений в городе сделать. Ага. Пытайтесь, не догоните. Но смотрите, как интересно идет. У нас, в принципе, качается магия и... магия и этот самый качается одновременно. И здоровье. Опа, что это такое? Ага. Возможно, стоило бы больше внимания уделить поиску вот таких вот осколков, потому что если мы толком не будем сражаться с врагами, то хотя бы имеет смысл искать вот такие закуточки. Они просто не то чтобы сильно важны, но... Прости, что использовал тебя как трамплин. Я специально. Оу! А, ну да, все правильно. Слушай, а может быть мы теперь можем сделать вот так? Идеально. Здесь определенно должен быть... что это за место такое? Здесь определенно должен быть... кто-то, кому пон... Ау, это угли. Кто-то, кому может понадобиться трава, мне так кажется. А, здравствуй, я пришел из топи, чтобы полюбоваться на родниковые поля. Да, я помню. Ты говорил, что ты хочешь шляпу. Так, а у тебя мы хотели взять тройной прыжок за 3000, пока что за 3300 получается, пока что не можем. Так, тебе нужны дома, чтобы как-то жить со своей семьей. Хорошо. Когда мы уберем вот эти вот кусты колючие...
то сможем пробраться еще куда-то. Вот уж сюрприз так сюрприз. Я не видал настоящей горлевской руды с тех пор, как вы покинули родной дом. Спасибо, дух. Неужели эти материалы вновь в моих руках? Теперь я снова могу зваться настоящим горлоком. Я сдержу слово, родниковые поля станут пристанищем для всех, вдали от упадка и небесной тени. Так, отлично. Давай уберем вот этого дела. Ну? Колючая, да. Вот так ее. Напоминая... Вспоминая, как я мечом в детстве рубил бурьены. Пластмассовым было. Было так прикольно. Больше никаких колючек. Родниковое поле с каждым днем все краше. А теперь мы сделаем здесь домики для муки. А ну давай. Что-то я такое дикое удовольствие получаю от того, что вижу, как здесь все процветает. Просто невероятно. Домики моки как новенькие, и ремонт им еще долго не понадобится. Мы горлоки строить умеем. Так, а это что? Так, надо построить еще несколько домиков. Для этого нам надо 6 руды. Хорошо. А, так подожди, а мы руду только здесь и используем. Кстати, я что-то подумал, что... Я просто помню, что нам кузнец говорил, что надо ему приносить было ее, но по факту мы ему приносим осколки. Смотри, тут все в паутине. Ты дух? Дух, я не помогаю другим, да? У меня тут проблемка. Мой желудь провалился в дыру. Это подарок от одной особенной моки. Я бы его достал, но дыра очень тесная, мне очень темно. Может, с нужными инструментами дыру можно расширить? Это ты говоришь про... Про вот эту дырочку? Поверить не могу, что я вернулся в желудь. Как же я неуклюж. Может, кто-то из шахтеров сможет помочь? У них здорово получается копать. Но нам что-то нужно. Воу. Не знаю. Не знаю, что тебе сказать пока что, дорогой мой Моки. Ты, главное, не отчаивайся. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Идем поговорим, кстати говоря, с Моки, для которого домики строились. Ну-ка. Гром построил славную хижину, своей славной хижине, и живется славно. Если двинешься на восток, передай моим родным, что я нашел нам новый дом. Они живут в тихом лесу, в первой хижине у входа. Я заплачу за помощь, а еще тебе понадобится этот ключ. Лес уже не такой тихий, как прежде. Как интересно. Но блин, заданий просто уйма. Просто какое-то гигантское количество. Тут, кстати, еще что-то есть. Эй, дух! Я уже знаю о мельнице. Неужели надежды есть? Может, все еще наладится? Тогда придется рассказать остальным, если, конечно, не захотят слушать. Ну, расскажи. Коль хочешь. Так, ну мы заберемся выше, только когда у нас будет возможность тернового прыжка. Так-то лучше. Теперь в полях течет чистая вода. Может, не рыбалкой заняться? Полагаю, это все твоя заслуга. А когда узнаешь, как разобраться с остальными ведами, расскажи. Когда земля покрыта пеплом, как в твой погибшем лесу на востоке, бродить по ней не так-то просто. А когда кричащая тень отправляется на охоту, умные пташки сидят в гнездышках. Ну, кстати, таки какая-то сова еще есть. Какая-то сова еще. Если та большая сова найдет в итоге нашу, я даже не знаю, к чему это может привести. Попытается воспитать как своего птенца? Что это такое? Это грибы так заросли или что?
А, серьезно, тут у нас картограф в итоге живет. Как ты вообще-то забираешься, Люпо? Ау, приветствую тебя в моей скромной обители. Слушай, а я тебя уже видел. Исследуешь эти края, да? Тут как раз надо бы исследовать одно место, и лучшего духа для этого не найти. Я про тихий лес. Я бы сам пошел, но боюсь, там слишком неподходящая для меня погода. Дождь, пепел, смерть в воздухе и всякое такое. Так что сходи лучше ты, а потом подробно расскажешь. Я об опасностях тоже. Если поможешь, продам тебе любую карту с огромной скидкой. Вот она когда. Так, ну нет смысла сейчас покупать у него какие-то карты, пока мы ему, видимо, не поможем. Иначе он их просто втридорого будет продавать, я так смотрю, да? Прости, Люпа. Воу. У него тут залежи осколков, я так и посмотрю. Но отдавать ему я их пока не планирую. Первое, первонаперво, что нам нужно, это в любом случае тройной прыжок. Судя по всему, у нас будет еще какая-то способность специально, чтобы ее использовать под водой, которая, видимо, сможет разбивать вот эти кораллы. Поросшие. Боже, какая красота. А? Как ты забрался вообще? Вода чистая, вокруг полно интересных пещер. Я не умею прыгать так же высоко, как ты, но энтузиазма мне не занимать. Любое дело становится приключением, если делать его с энтузиазмом. Это да. Но я тебе скажу честно... А, нет, я могу забраться. Я был уверен, что уже не смогу. Так, Офер. Хорошо, что мы оба целы и невредимы. И к тому же нашли то, что искали. Ну или оно само нас нашло. Меня впечатлить непросто, но должен признать, что я себя недооценил. Если тебе понадобится моя помощь, только скажи. Так, ну пока... Пока нет, нам пока есть на что копить. Уж прости. Так, и выше мы пока еще тоже не заберемся, к сожалению. Ну хорошо. Каков у нас план? Можем отправиться назад к Волоку, сказать ему об этом и дальше в тихий лес идти, да? Вот сюда. А либо вернуться, кстати, испытания. Либо вернуться в эти локации и просто посмотреть, что можем достать такого, чего не могли достать раньше. Как считаете? Давайте, наверное, отправимся к Волоку. Хотя нет, давайте лучше походим по локациям, пособираем. Как раз накопим 3300 для тройного прыжка, что позволит нам добраться еще куда-нибудь после этого. Стоп. Шахтер? Далее, я тебя не видел раньше. С тех пор, как мне пришлось бежать из замерзшего сада после бури, я повидал немало странного, но дух. Родные мне о вас рассказывали, такие как ты когда-то обитали в краях, где меня зовут чужаком. Я, конечно, не жалуюсь, я уже почти забыл, каково это, чувствовать мягкую землю. Но здесь пока совсем не так, как дома. Что это? Лунная синь, в отличие от своих сородичей лосов света, эти цветы питаются не солнечной энергией, а лунной. Так, это семя, которое я принес, это и есть этот цветочек? Мы просто заставляем это место расцвести. Знаешь, как луна притягивает воду, вызывая приливы и отливы? Эти занятные растения тоже все притягивают. В нашей избушке на столе всегда стояла ваза с ними. Это любимые цветы моей матушки. Ага. Так, озеленение полей. Ясно.
Не уверен, делаем мы это с помощью того семя или нет. Но это чертовски здорово. Так, ну пошли. Начнем с самого начала. Допустим, вот с этого места. Там, я так понимаю, нас просто ожидает... Эть. Так, аккуратно. Да, просто кусочек жизни, но это очень важно. Просто фрагментик. Так, теперь наш путь лежит сюда. Много неисследованного, поэтому, в принципе, бежать не очень далеко. Угу. А, точно, нам же мешало здесь пройти. Как раз мешали пройти либо вода, либо... О боже, что это такое? Тихо. Либо вода, либо наоборот то, что мы не могли проломить. Отлично. Еще чуть-чуть, и мы сможем купить то, что нам нужно. Так, все, уходим отсюда. Я даже не знаю, давай сходим вот сюда. Потом исследуем. Хотя нет, идем налево. Исследуем всю левую часть. Хотя это путь в Светлое Озеро. Практика показала, что Светлое Озеро мы еще не можем изучить полностью. Угу, вот, например, из-за этого. Ну хорошо, ничего страшного. Пока что попытаемся просто пробраться вверх. Ну просто очень интересно, что там такое. Ау. Вот эта штука меня очень пугает. Я не знаю, что это за монстр. Я. Ага, оно летит всегда в одно и то же место. Понял, хорошо. Ничего страшного, все в порядке, пока справляемся. Ух. О! А, нет, все в порядке. С этим мы уже справляемся. С этим мы уже дело имели. Давай, 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 Ори. А, серьезно, нас просто сюда в итоге выкидывает. Тю. Все-таки оставим пока озеро, я... Ай, я не знаю пока, как там можно было бы справиться с тем течением. Поэтому пока походим там, где мы действительно можем походить. Так, ближайшее место отсюда. Ну, можно, кстати, вот этот вот кусочек закрыть. Ага. И от него двинуться вот сюда, например. Погнали. Так. Способ, который я выбрал, чтобы туда забраться, достаточно экстравагантный, я вам так скажу. Но я очень надеюсь, что он по итогу сработает. Ага. Дело в том, что нам, похоже, туда еще рано, потому что здесь я увидел еще одну метастазу, которую, видимо, как-то нужно уничтожить. Кстати, может быть, ее можно было бы уничтожить с помощью лука. Я вот об этом не подумал. Фиг его знает, но пока что... Я! Зараза! Пока что как-то вот так заберемся. А тут мне сразу решили показать, что я вот зря придумал, короче, походу. А, пауки же, точно. Где-то мы встречали паука, кстати. Ох, он сильный. Надо его просто... Молотком долбануть. Ага. Ладно, не будем с ними сражаться, это пока не имеет смысла.
Но я серьезно говорю, я когда-нибудь поплачусь за свою вот такую вот, за свой такой наглёж. Кстати говоря, у нас по итогу сейчас получилось по несколько, а имеется в виду как раз по одному. Ага, у нас как раз получилось по одному. Господи, испугался, я подумал, что это какая-то ерунда там. У нас, говорю, получилось как раз по одному фрагменту снова на здоровье и на этот, и на ману. Да. Ага. Я. Где мы сейчас в итоге находимся? Это все еще чернильные топи, да? Все это нас должно привести в одно какое-то место. Ага. Это озера как раз с той стороны, да? Да, там, где мы, похоже, не смогли проплыть. Вот здесь вот. Хотя почему мы не смогли? Я не помню. Надо будет еще раз это все исследовать. Но мы в любом случае в озера еще вернемся. То есть их не получается толком исследовать, потому что у нас чего-то не хватает для подводного плавания явно. И меня сейчас больше всего интересует... Так, подожди. Да, все правильно. Ау, какая ты меткая дрянь. Тихо, тихо, тихо. Он даже может ветки гнуть, офигеть. Таким образом может нам просто перекрыть проход. Так, ну-ка. Этого, кстати говоря, почти хватает для того, чтобы... Нет, нам нифига не рано сюда было. Нам нифига не рано было это все. Ага. Это все можно было явно сломать просто обычным луком, мне кажется. Можно даже сейчас попробовать это будет сделать. И заодно вернулся в деревню за тройным прыжком. Так, дай-ка попробовать лук. Да, да, да. Так что порядок. Ладно, идем в деревню. Твилен, я пришел. Ну-ка. Так, тройной прыжок, давай. Его ж нужно, видимо, сейчас использовать вместо чего-то, да? Тоже. Угу. Честно признаться, даже не знаю, вместо чего можно... Ну, мы лук не используем, поэтому логично, что, наверное, лучше вместо лука. А, супер! У нас когда-то уже было такое, я помню. Были все эти способности? О, да, наконец-то! Так, подожди. Там вон еще что-то есть, хочу попробовать туда залезть сначала. Получится? Ну, в принципе. Не, ага. Так, снаряды туги духов задевают соседних врагов для использования... Так, подожди. А, это для этого самого, для лука опять-таки. Ну, мы пока не используем лук, поэтому... Не сильно надо. Здравствуй, дух. Не каждому дано стать смоком и храбрецом, но ты все равно можешь доказать свою храбрость. Для этого иди вглубь подлунных нор. Там ты найдешь святилище, где каждый может показать себя. Я бы сам сходил, но моя храбрость и так вопросов не вызывает. Ну, конечно. Да. Это я, мой храбрец. Ты ведь помнишь меня? Мои легендарные сражения со свирепым воем не забудут никогда. И не забывай всем об этом рассказывать для укрепления боевого духа. Вот засранец, всю славу прикарманил, ничего страшного. Ничего страшного, нам, в принципе, слава такой себе, не очень-то и нужно. А подожди, чего я страдаю, у нас же есть тройной прыжок. Я, что такое? А, ясно. Проблематично бывает иногда достать.
Ну, тут можно было и без странного прыжка, походу, разобраться. Тю. Ладно, допустим. Так, мотаем. Мы с ним... А, он просто летописец, я вспомнил, да. Так, стоп. Она явно обожает приключения. Травы, которые она тебе дала, очень редкие. И где попало, не достать, потому что пряный суп из болотных моллюсков считается здесь деликатесом. Но приготовить его как следует сможет только настоящий повар. Уж поверь, я уж столько раз язык обжигал. Ясно, значит, эти травы, которые нам дали, нужны будут повару. Хорошо. Угу, вижу. Правда, я не вижу возможности туда залезть почему-то. Я не знаю, как туда забраться. Серьезно, у меня просто нет никаких идей пока что. Может быть, будет еще что-то, но... Пока, пока нынешними средствами мы туда не заберемся. Да, у нас теперь еще на одно... Да! Еще на одну единичку здоровья больше. Великолепно. А, вот так вот можно было, серьезно. Тю. Мы, как всегда, себе жизнь сложнее. Может быть, это тоже можно как-то так же пробраться? Или, может быть, это ломается? Не, нифига. Не знаю. Тогда не знаю. Ну, идем сейчас с той стороны, посмотрим, что у нас есть. Но в любом случае, мы должны это как-то будет забрать. Потому что мне кажется, что здесь руды ровно столько, сколько нужно будет для того, чтобы починить все. Я. Как здесь моки справляются? Если я дух, еле залажу здесь кругом. Угу. Хотя, может быть, для моки это как раз раздули. Полазать только. Так, авантюра. Станут более живучими и будут наносить больше урона. Зато мы сможем получать с них больше духовного света. Ну, ясно. Это как раз для фарма осколков, если вдруг пригодится. Так, подожди, а по итогу-то как к тебе добраться-то? Ну ты и залез, я тебе скажу. В родниковые поля каждый день приходит все больше моки, поэтому мы просим Грома все здесь как-нибудь облагородить. Мы бы сами все сделали, но мы слишком маленькие, и вообще мы лучше поиграем. Ясно, хорошо. Развлекайтесь. Так, это странное место. Мне бы очень хотелось бы сюда совушку привезти. Я думаю, что ей здесь, ну, очень понравилось бы. Стой, кто идет? Никто не скроется от великого дозорного. То есть от меня. Я стою тут на случай, если появится охотница Крик. Она хочет съесть моки и наш суп из болотных моллюсков. Очень вкусный, кстати. Проходи, дух. Ага, так, а где ваш повар, которому можно было бы отдать как раз эти травы? А, вот здесь как раз похоже, да? Ха. Повезло тебе, обычно за супом длиннющая очередь, иногда аж до жилища Грома дотягивается. Но супчик того стоит, он такой горячий и наваристый. Оу, Веролом, это пряности, но откуда они у тебя? Они ведь растут только на скалах, там очень опасно, собрать их надо при полной луне. Зато с ними я смогу сварить самые вкусные супы из болотных моллюсков. А это что такое? А, это есть пряный суп. Который, черт его знает, кому надо отдать. А, ты, наверное, Ори. Здравствуй, здравствуй. Дух у меня на кухне. Вот это честь. Прошу прощения за сквозняк. Присаживайся у костра, где потеплее. Я так холодно давно привык. Из-за упадка мой родной дом в пределе Баура покрылся льдом. Кстати, в этих ледяных водах водится замечательнейшая рыба. Самое сложное пробурить лед.
Здесь каждый гость может рассчитывать на теплый прием и сытный обед. Хоть чем-то я могу помочь в эти темные времена. Да, это была дурацкая идея, но я должен был попробовать. Просто было очень интересно, обожжет или нет. Ух, сколько здесь всего, однако, я тебе скажу. Так, погоди. Угу. Так, стоп, это предел Баура. То есть ты хочешь сказать, что мы, грубо говоря, там... Что мы как-то граничим? Ух, больно. Что мы как-то граничим с этим местом? Ага, а вот и лед, к слову. А если так? Крайне неэффективно. Короче, вот это уж точно то место, в которое нам действительно рано. Со льдом мы пока ничего не сделаем. Максимум, может быть, наверх заберемся вот туда. И то не факт. Не знаю, мой дух авантюризма кругом меня гонит. Не знаю. Главное... Да, что ж такое? Главное, что мы нашли, кому пряности отдать. Ага. Стоп, тут еще что-то есть? Возможно, здесь нужно что-то использовать, или, может быть, оно появится, когда что-то произойдет. Я не знаю, но пока что здесь нет ничего. Короче, давай перестанем заниматься все-таки ерундой. Это все очень интересно, все это сейчас рассматривать. Кстати, вот сюда еще надо было бы сходить тоже. Святилище Логивый Воин. Но давай мы отправимся назад к... назад к Волоку и расскажем ему о том, что мы все-таки сделали. Нам как раз в тихий лес и нужно будет. Интересно, как Волок на это отреагирует? Я вообще очень надеюсь, что ему это сильно поможет, что это, по крайней мере, облегчит его бремя. Сдерживание этой... этого упадка. Домани. Приветствую тебя, дитя. Моки, домани. Моки говорят, благодаря тебе вода вновь научилась течь. Смрад, что прежде одолевал родник, исчез. Жители топи перед тобой в долгу. Путь в тихий лес на восток открыт, но будь начеку. В лесу живет та, кого Моки называют Крик. Ее сердце камень, ее голос боль. Надеюсь, ты отыщешь свою подругу раньше, чем она. Я тоже очень на это надеюсь. Страшно заплывать в воду иной раз. Я не знаю, с чем я буду здесь иметь дело. Ну-ка. Ай, зараза. Ага. Но нам для следующей постройки нужно аж 6 таких. Кстати,
Может быть, то, что нам нужно будет, ну, вот тот осколок маны, который, помните, не появился. Может быть, он появится как раз после того, когда мы сделаем какие-то определенные постройки. Мельница проснулась, вода снова чистая. Мельница живет, вода бежит. Теперь можно рыбачить и плавать тоже. Это просто замечательно. Так, погоди, это что у нас здесь так... Ага, это можно сломать. Давай, 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 Ори. Фух. Так, есть одна дурацкая идея. Но она не сработала. Слишком высоко. Что ж нам нужно еще такого, чтобы залезть так высоко? Ох! Кошмар, я это вообще никак не ожидал. Он просто нас... Просто нас разорвал. Давай, я здесь. Я просто, знаете, я когда на него плыву, я понимаю, что я... Я понимаю, что нужно... Что это такое? Ничего. Может быть, там, кстати, тоже есть вот такая штука, а я ее не заметил. Надо сейчас плавать, посмотреть, пока мы далеко не ушли. Не ушли. Он, когда свою голову вытаскивает, я просто ожидаю... Надеюсь на то, что я схвачусь за нее. А в итоге... В итоге вместо этого хватаюсь. Ай! Давай, выплывай! В итоге вместо этого за стебель хватаюсь. Нет, там нет ничего подобного. Все, идем отсюда. Я не знаю, что нам еще нужно, чтобы так высоко запрыгивать. Будем надеяться, что мы вскоре это найдем. Я вообще удивлен, сколько тут всего нужно для того, чтобы куда-то пробраться. А, крик. Берегись, Ори. В этом лесу мы незваные гости. Лес ее владения. Что здесь произошло? Посмотри, здесь все моки. Здесь вообще все живое превратилось в камень. О боже. По-моему, у меня будут плохие новости для Моки, который ждет свою семью. Туда еще каким-то образом пробраться надо, я пока еще тоже не представляю как. Господи, да что это за вода такая?
Мне кажется, эту воду уже вообще никак не очистить. Может быть, можно на пузырьках как-то прыгать? Давай попробуем. Да, действительно. Так, ну пока что это место для нас закрыто. В любом случае. Нет. Эта вода даже шанса не даст мне поплавать. Смотри, есть кусочек живой. Стоп, это... Это очень похоже на древо духов, только высосанное. Ки? А, дух несущий свет. Здесь, в моем саду, таким как ты, не место. Деревья нуждаются в вашей помощи, но так и не получили ее. А теперь оглядись. Видишь, мой сад погиб. Превратился в камень, рассыпался горьким прахом. Осталось лишь одно деревце. А, даже одно охвачено недугом. Уходи из этих владений смерти. Уходи, как и другие духи до тебя. Разве что ты можешь исцелить мое последнее дитя. Возьми его отравленную ветвь, дух несущий свет. Отыщи целителя природы и искупи предательство духов. На вид это... На вид эта ветвь серая и безжизненная. Прислушайся, слышишь, как вздыхает на ветру мое последнее древо? Без целителя мою скорую погоду затихнет навеки. Ступай, дай мне погоревать о своем саде в тишине. Да что произошло? Вот его семья. Я... Блин. Нет, эти муки слишком долго пробыли в упадке. Они окаменели, как и сам лес. Боже. Эту серую окаменевшую куклу кто-то когда-то очень любил. Так, я не могу, надо уходить отсюда. Какое-то слишком тяжелое место в плане моральном. Я ожидал, что они действительно будут просто ждать нас. Ну, кстати, еще чуть-чуть, и мы доберемся до нашей совушки. Нет. Я вот только, знаете, за что переживаю? А что, если окажется, что... Хотя, подожди. Совушка может окаменеть, мне вот интересно, в этом месте.
не должна. Она существует тьмы. Хотя я просто не знаю, что произошло с этим местом, что все окаменели. Нет! Нет! Эта вода даже шанса не оставляет. Не понял? А мы здесь разве забрали ключ? Вроде же нет. Странно, ладно. Могу сказать, что Ори стала действительно более серьезной такой игрой. Именно выросла в плане... В лесу царила тишина, возникшая из пепла. Совушка. Боже, не плачь. Давай уйдем уже отсюда. Мы поможем Моке. Но я тебя оставлю в деревне. Иди сюда. Боже, какая красота. Нет. Тепло угасло, его сияние померкло. Ясно. Нам нужно как-то отсюда выбраться, я не знаю. А, ого. Очень интересно. Ки? Своим сиянием ты нарушаешь тишину, дух. Глупо, она слышит и видит. А тебя, да, тебя ловит легко. Мы подчиняемся тишине, а остальные... Им не выбраться. Не можешь найти дорогу, дух? Тех, кто здесь заплутал, редко находят. Как раз в деревне, кстати, можно будет... Можно будет такое же пламя раздуть, кстати говоря. Что это все такое? Можно его было использовать для того, чтобы взорвать вот это препятствие, мне так кажется. Да? А ну иди сюда.
Не то, чего я хотел. Четыре ключа нужно. Они все, скорее всего, где-то здесь и спрятаны. Я не удивлюсь, если как раз один из этих ключей находится вот в этом месте. Угу. Ай! Прости, прости, пожалуйста. Я забыл, что здесь мы не сможем летать вверх. Угу. Так, это три. Кстати, мы стрелять можем? Интересно то, что я могу уничтожать окаменевших существ? Любопытно. О, нет. Что это такое вообще? Тихо. Оно похоже на свидело. Я так и знал. Дело в том, что это существо, оно не похоже на сову, и при этом оно выглядит так, как будто бы его... Ее, точнее. Тихо, тихо, тихо. Это гигантский череп, такой же, как... Такая же голова, как у нее. Может быть, она орел или ястреб, или что-то в таком духе. Она выглядит так, как будто бы ее как раз вот та порча поглощает потихоньку. Иди сюда. Как легко вас одурачить. Тихо, этого я никак не ожидал. Мне кажется, что шанса вернуться потом... Тихий лес не будет. Там упокоились бы те, кто век не знал покоя. Вой? Это реально вой. Он не смог выбраться. Боже. В этом месте даже существа тьмы... Грубо говоря, плохо себя чувствуют. Боже.
Господи, я засмотрелся. Это действительно орел или ястреб? Боже. Какой кошмар здесь произошел. По-моему, это даже хуже, чем то, что произошло в Нибели. Беги, 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 беги. А вот и оно. С помощью перышка мы сможем отсюда улететь. Если, конечно, сможем. А дом был близок, но недосягаем. Смотри, у нее одного глаза нету. Главное не шуметь. Нельзя задевать вот эти вот... А нет, у нее есть глаза, все в порядке. Главное не задевать все, что звенит. Нет! Все, она... Она теперь знает о нас. Кстати, говорят, и еще одно дерево. Я не знаю, это ива все-таки? Есть еще какая-то надежда на то, что можно это все исправить или нет? Хватай, 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 хватай. Гром, может быть, поможет нам потом. Нет. Нет, беги, Совушка, беги! Только посмей, дрянь! Нет!